Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Вот видишь, что они делают? Вот. Вот это они так вот со мной вот поступают. Вот. Прикинь, да? Просто вот с того ни с сего, вот 55 минут назад мне предложку вот это закинул. Вот это нормальный человек? Ну вот, как думаешь, нормальный? Вот это нормальный человек мог сделать? Ну, то есть обычный человек, ты думаешь, да, обычный адекватный чел сидит за компом и вот это делает. Это же конченый дурак. Его в дурку надо. Понимаешь, его надо в дурку посадить. Закрыть там навсегда. Дикий Ди, везде сущ, выжимает морковный сок из любого фрукта. Так, ладно, ребят. Деда, важный вопрос. Как на сте взять моего полувялого пингвина тебе в ротик? Не слышу. Нет ничего более дикого, чем Дикий Ди. Он стоял за тобой, но исчез, когда ты это прочитал. Ты видишь, что? Пельмень, Миша, тебе бан. Такой ты, сука, мудак. Зря ты это сделал. На. Все, сосешь, сосешь. Ля. Не, ну ты прикинь, просто... Ну просто, ну вот ты вот, допустим, сейчас сидишь за компьютером, да, обычный парнишка, блин. И ты думаешь, что за бред? Ну вот реально. Вот, ну просто вот представляешь, вот меня представь. Представь, как я на это реагирую. Я просто, блядь, просыпаюсь, беру в руки телефон, смотрю предложку и вижу там вот это. Просто проснулся. И такой раз телефон в руки взял, а там у тебя вылез вот эта хуйня, только там часть твоего лица на животном каком-то. Или на предмете, на пылесосе, на столе компьютерном там. На любом неодушевленном предмете находятся части твоего лица. Вот прикинь, на каково мне, сука, каждый день. Прикинь, да? Нет, да ты прикинь, да? Ля. Просто обычная ложка, казалось бы, да? Этот уебан взял лицо мое на нее надел. Что ты наделала, бестолочь, блядь? Скажи мне, зачем ты это сделал? Почему ты свои глаза туда не надела? А? Да. Вот это, сука, тоже бан. Прикинь. Бля. Не, ну, какие дебилы. Тоже бан. Тоже, блядь, бан, блядь. Какой ты сегодня, типа... Гладобус, пенобус, гладопенодобус. Ну как это можно было придумать? Вот здесь прикола нет. Здесь реально нет прикола. Это реально не живые люди это делают. Вот 100%. Нельзя. Просто взять вот так вот и сделать вот это. Нельзя. Человек это не сделает. Ну нельзя. Есть какое-то приложение... То ли в компе, то ли в телефоне. Туда кидают мою фотку. Мою фотку туда кидают. И типа, оно как-то там все вот это вот, ну, процессы происходят программные, что мое лицо или части лица оказывается не пойми где. Вот 100%. Это какая-то прога у школьников. Не понял. Что-то я не понял. Ну, что-то я начинаю понимать потихоньку. Да нет, это тоже бан. Да, я. Бля. Прикинь, да. Ой, конченый, просто. Бля. Прикинь, что творят, суки. Мутанты. А, наушники, ля. Прикинь. О, вот это тоже бан. Тоже банчик чувырла, блядь, тоже бан. Типа понял, блядь, склеп открыли, блядь, а там пенис. Боже, какие придурки. Уши растянул мои, да. Рот, глаза на этого комара тоже в бан сразу. Так, смотри. Вот это вот, ну, сказать, что смешно, не смешно. Сказать, что красиво, не сказать. Сказать, что пойдет, не сказать. Пропорции не соблюдены.
Чики-брики и в дамки, бан. Пацану бан тоже. Так, это тоже бан. Это тоже туда же бан. Это тоже бан. Тоже бан. Долетался. Да, какой бред. Значит, сегодня у нас... Алиса, зачем ты пернула? Это была не я. А кто? Секретный сотрудник. Кто? Вокруг одни дебилы. Это что? А, это моя фотка. Это я фоткал там, блядь, у меня в гараже. Это турник. А когда я это фоткал? Да, это у меня турник там лежит. Конченый, сука. Да. Прикинь? Ты ничего не попутал? Боже, блядь, какой ты уебан, сука. В какое время мы живем? Какой-то пиздюк, сука, позволил себе, блядь, издеваться над моим лицом. Да. Ну тут уже банчик тебе 100%. Ля. Конченый. Ты бан получил уже. Ля. Тварина, сука. Ты прикинь, что творит? Ля. Ой, боже, сука, тоже бан. О! Ну, вот это моя видеокарточка, допустим. А вот эти вот части моего тела, это уже бан. Базара их снял, бан. Да. Вот здесь хоть концепция какая-то намечается. Ну, такая тушенка, типа я полетел в космос и даровал тушенку народу. Ну, то есть инопланетному народу. Да, базара их снять здесь концептуально, то есть, да, реально, возможность такая интересная была бы, если бы была. Во! Вот это уже другое дело. Вот тут уже концептуально греет руки, греет ноги, греет душу. Вот это уже правильно мыслишь. Здесь уже бана не будет. Здесь правильные вещи показываются. Вот тут тоже бана не будет, здесь тоже концептуально. Это Арнольд Шварценеггер. А это Дмитрий Менделеев. А это я там на стеночке. Да. Вот это уже концепция сильная, согласись. Да. Ну, согласись, это must have. Долбоебы, блять. Бан. Вот это тоже бан. Вот это жесткий бан. Бан. Да. О, вот это я уже навостренный. Ля, сука. Да. Еще цветкор такой сделал. Боже, какой дебил, а. Ой, бан. Я понял, бан. Тоже бан. Че, типа бомжи отдыхают или че? В рот. Так, это бан. Бан. О, это я после потока сижу, смотрю. Да. Это я после потока смотрю. А? Кто? Да, сумка. Да, это я после потока ли сижу здесь отдыхаю, смотрю. Бан. Да. Бора плюс какой-то, ля.
А, вот это уже мою фотку настоящую прислали, смотри. Это я, да, это уже настоящая фотка моя. Это да, это меня фоткали вчера, я кушал. Да, это я уже. Это я настоящий, да. А вот это я, смотри. Вот это я, да, ля. Да, 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 я, да. Вот это я. Вот это я, да. Смотри. Это что значит? Что это значит, чел? Ну, сидят вороны на голове, допустим, сели они, и чё? И чё? Вот, пожалуйста, тоже полюбуйся, блядь. Ля. Микроволновка. Ой, это макро... Мультиварка. Это мой енот-абрикосик из желва. И он, блядь, нацепил на енота мои уши, а на желву пену чмошник, сука. Да, 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 я.